Вот от старшего поколения все чаще слышатся слова, что молодежь сегодня не та, что все не так, вот мы были лучше. А глядя на молодежь вот уже на протяжении многих лет, даже в этих стенах, я всегда говорю, что молодежь та, просто чаще давайте смотрите ей в глаза. И о том, что молодежь та, говорит даже не только дела, которые творит молодежь, но и творчество молодежи. Все говорят, вот нет новых современных песен о нашей стране, о нашей гордости. Пишут, есть, и одна из них сейчас прозвучит. И я больше чем уверен, что вы ее тоже знаете и тоже подпоете. Она написана молодыми ребятами и с гордостью слушается, поется и подпевается. «Флаг моего государства».